Ребятусики, всем привет, я всех приветствую на своем канале. Вот такое немаленькое количество монет с барахолочки Полтава. Значит, кто не понимает, ребятки, монета не чищена в основном, но куплена за 10-15 гривен. Такую монетку очень легко почистить и продать в 2-2,5 раза дороже. Вот это для начинающих копачей, кто не разбирается, кто не понимает, что такие монетки царские легко продаются, особенно оптом. Вот, ну, цена их, значит, я купил большое количество, около 300 монет, потом вам все это покажу. Вот вензеля отличные, монета отличная. Полтава славится великолепными находками. Отсюда вот и такая классная монета. Вот вам тоже для размышления, что нужно, как правильно покупать и продавать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Начинающие блогеры, не забывайте заказывать пиар для продвижения своих каналов. С вами, как всегда, король нумизматики, мега-денди, бэтбой, перекупщик.